А от українська розвідка сьогодні зробила ще одну заяву. Кажуть про те, що Шойгу міг приїжджати до Лукашенка, щоб відкрито втягнути Білорусь у війну проти України. Утім, зазначають, що на сьогодні немає загрози для участі білорусів в наземній операції проти України. Утім, ми прекрасно розуміємо, яку допомогу сьогодні Лукашенко надає Путіну. Як вам видається, про що могла бути ця розмова Шойгу-Лукашенко? Я думаю, что я соглашусь с мнением военной разведки Украины в части того, что фактически Лукашенко сейчас осуществляет уже подготовку к и помощь Российской Федерации в тех военных действиях в отношении Украины, которые осуществляет Россия. Но вместе с тем я предложил бы посмотреть и с другой стороны на этот вопрос. Не кажется ли нам, что мы фактически пытаемся обосновывать тезис о том, что якобы Лукашенко упирается, якобы он не хочет, якобы существует иллюзия, что у него есть еще какие-то инструменты, которые не позволят ему втянуться в наземную операцию в этой войне. Мне кажется, что тогда мы создаем фактически восприятие или возможность для Лукашенко, временной лаг, вместе с Путиным сделать все для того, чтобы лучше подготовиться к этой войне. И в этом состоит опасность. Потому что если мы посмотрим даже на сам визит Шойгу в Минск, ведь сначала в аэропорту, в Мочулищах было подписано соглашение, а потом состоялось встреча. Но обычно логично, если кого-то хотят к чему-то подтолкнуть, сначала идет обработка, сначала идет беседа, а потом подписываются какие-то документы. Здесь происходит все наоборот. Мы знаем о том, что Лукашенко начинает производство иранских дронов на территории Беларуси. В ближайшее время состоятся испытания. Мы знаем о том, что уже начата, например, подготовка к разработке баллистических ракет с дальностью поражения до 1000 километров на территории Беларуси. Мы знаем, что ракетчики белорусские выезжали на полигоны российские, изучали вопросы логистики, доставки ядерного тактического оружия на территории Беларуси. Мы знаем, что Лукашенко фактически проводит мобилизацию и провел переучет уже практически всех военнослужащих. Повторно идет медицинское обследование даже тех, кто имел отсрочку от призыва в армию. То есть идет полным ходом подготовка к чему? К тому, чтобы Лукашенко оказывал и дальше содействие Российской Федерации. И он уже является тем, кто содействует. Ведь именно он открыл границу с Украиной. Фактически он сделал все это. Не попадаем ли мы опять в историю, что мы думаем, что вот он что-то не сделает, а потом, когда это произойдет, мы будем говорить, ну, почему ж так, да? Так, пане Павло, я тут абсолютно підписуюсь під кожним вашим словом, що давати можливість Лукашенку десь маневрувати і вийти якимось сухим з води, це також дуже неправильно, тому що він фактичний учасник і має відповідати на рівні з Путіним за те, що вони коять в Україні. Але чи піде Лукашенко на те, щоб не просто перевіряти військових, да, і проводити оцю мобілізацію, а оголосити загальну по всій країні цю мобілізацію? Ну, первое, давайте подумаем, что там могло быть подписано в рамках этого соглашения. Прежде всего, мы понимаем, что, скорее всего, в измененное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере Беларуси и России было подписано изменение, в котором определен план развертывания совместной группировки вооруженных сил Беларуси и России и порядок управления этой группировкой. Потому что понятно, что невозможно осуществлять командование совместной группировкой из двух центров – из Кремля и из дворца Амина, где живет Лукашенко или пребывает Лукашенко. Так вот, скорее всего, и 100% мы знаем, что это право управления будет принадлежать Кремлю, хозяину Лукашенко. Второе, что могло там обсуждаться, это вопрос военно-промышленного комплекса. И мы видели, что на переговорах в Мочулищах присутствовал вице-премьер Петр Пархомчик, вице-премьер, отвечающий за вопросы промышленности, а также председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. И я говорил о дронах, я говорил уже о баллистических ракетах. Я, в принципе, говорил о тех огромных ресурсах, которые выделяет сейчас Российская Федерация на якобы импортозамещение. Импортозамещение не в производстве технологий переработки молока или рубки курей, как недавно Лукашенко говорил, как правильно курицу разрубать. Да? Это, конечно, импортозамещение в производстве оружия. Он даже сегодня по вопросам медицины сказал медикам, вы должны плотную работать с военной медициной, вы должны отвечать требованиям
требованиям военной медицины, военным медикам. То есть у него все уже идет с точки зрения войны. Он милитаризирует экономики. Третий вопрос, который могли обсуждать. Почему? Потому что, например, была же эта беседа один на один Шойгу с Лукашенко. Это ядерка. Это вопрос тактического ядерного оружия. И то, что публично сказали и сам Лукашенко, и Путин, то, что у нас поступают инсайды на этот счет, все-таки говорит тому, что мы можем проспать эту историю, и ядерное тактическое оружие окажется на территории Беларуси. И что, кто-то будет соблюдать международные права? Мы верим в то, что Путин или Лукашенко будут соблюдать договоры о нераспространении ядерного оружия. Ну и, наверное, конечно, вопрос вообще, как позиционировать эту войну. Для них очень важно позиционировать сегодня эту войну для белорусского и российского общества, что это война не с Украиной, это война с НАТО, это война такая великая номер два, как было в истории Великой Отечественной войны. Вот это, я думаю, самое главное, и что вообще обсуждалось, и что могло быть подписано в этом соглашении. Но сейчас, конечно, я соглашусь с военной разведкой Министерства обороны Украины, нет видимых, скажем так, возможностей, что Лукашенко направит белорусскую армию на территорию Украины. Нет, это сейчас не прослеживается. Мы будем с вами видеть развитие ситуации.